you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. Сегодня мы играем в криминалочку на серии Аномальского Реплей. Давненько не было серии по Аномальску, потому что, ну, честно говоря, у меня не было идей, вот, серьезно. У меня просто не было идей. Так, переключили коробку спорт, да. Все, поехали, надо сейчас в первую очередь, я думаю, заправить наш транспорт. Так, глушим. Как там заправлять? А, во. Фуэл. И мне нужен, по-моему, 92-й бензин. 92-й и 30 литров. Сколько, блядь? Сколько? Серьезно, 10 тысяч? Не, вы серьезно сейчас. 10 тысяч за бензин? Ох, бохи, блядь, чё так дорого? Не, ну реально, это дорого, согласитесь. Я только что тупо десятку, блядь. Да. Так, я... Вот, выезд здесь. Я уже давно не играл, блин, заходил. Сколько я не заходил, сейчас вам даже скажу. 7... Не, не 7 дней я не заходил. Где-то дней 5 я не играл здесь. Не заходил даже. Надо будет, кстати, оплатить. Хотя, в принципе, 23 дня осталось. Мост, появись, пожалуйста. Во. Сейчас, короче, поедем на лесорубы. Я хочу посмотреть, какие здесь лесорубы. Находятся они, по-моему, дальше Анашана. Но я вот теперь себе он забил. Сейчас я туда направляюсь и посмотрим, что там за лесорубы. Как бы у меня второй уровень. Кстати, мой ник вот Кирилл Путбулов. Не Кирилл Путбуль, как в основном у меня всегда, а Кирилл Путбулов. Бля, я уже 2 разъебал. Ну, я красавчик, конечно, да. Я просто красавчик, серьезно, да. Без номеров. Не знаю, получать на него номера или нет. Пишите, кстати, в комментариях. И, возможно, пишите свои идеи для видосов. А то реально, я не знаю. Я просто привык на мазинке снимать. Я не знаю, что здесь снимать. Давайте поворотник врубим. Ёбаный. Чё ты так быстро едешь? Ёбаные аварии, нахуй. Чё происходит просто? Ну, серьезно, что-то вот прям на Мальск лагает, просто жесть. Серьезно, я каждый раз захожу и удивляюсь, какого хрена он так лагает постоянно. Без понятия, что такой мажорик сидит такой, что. У меня пушка есть, интересно? Нет, так. У меня нету пушки, блин. Как ее взять? Так, так. На 20 это дохуя. Штурмовая винтовка, снайперская винтовка. Как-то до хрена вам так не кажется? Патронов. Просто я тогда взял дигла, и он пропал. Заебись. Ладно, неважно. Если чё, кому-то пиздюлей сможем дать все равно. Ну же, давай, зеленый. Нам ехать к Анашану? Сюда или прямо поехать? Не поедем прямо, ладно, хрен с ним. Поедем уже прямо, так будет намного, я думаю, быстрее. А тут там светофоры вот эти, блин, стоят. Тут светофоров вроде бы нет. Чем так меня пугает, чувак этот? Блин, я уже хочу себе еще какую-то тачку купить, на самом деле. Капец, он боком валит. Но пока что денег нету. Не знаю, может, задоначу. Но как-то не особо хочу. Уже сюда задонил 300 рублей. Да я вообще не понимаю, зачем игру донатить. Я тут задонил, потому что у меня нету времени, ну, развиваться долго. Я хотел себе какую-то машину уже. Как бы. И поэтому. Блин, я все М5 хотел бы. 800 тысяч он, чувак, продает М5. Это 400 рублей надо задонить. Ай. Жизнь, боль. Это же ШИК-2 на сервере? Да. Ладно, поехали уже на лесорубы. Так, вот мы и подъезжаем уже. Куда заезжать-то? Наверное, сюда, давайте поворотник включу. Блин, кабан так управляется хорошо, я вам скажу. Да, спасибо, блядь. Откуда он вообще взялся? Я только что ж ехал, его не было. Просто реально, это так странно. Ух ты, нихера, я такое еще не видел, лесорубы такие, на самом деле. Это очень круто. Так, ну тут так, вот такое здание, я думаю, сюда надо будет дрова носить, наверное, или нет. Куда кабана поставить?
Блин, что-то он застрял, да? Круто. Круто. Просто шедеврально. О, выехал. Ладно, давайте его вот здесь припаркуем. Чтобы он никому как бы не мешал еще. Все. Зашибись. Первым будет стоять здесь. Так, он закрытый хотя бы. Да. Погнали, устроимся там же наверное, и устраиваться. Ну, думаю, это будет очень даже крутая работа. Ну, блин, ну, красиво сделано. Мне уже это нравится. Так. Я предлагаю вам работу лесоруба. Ваша задача состоит в том, чтобы пилить деревья и относить ее на склад. Вам будут платить 3 рубля за 1 килограмм древесины. Вы согласны? Да. Конечно, я согласен. Так. Что там? Пилу взять или что? А, уже пилить? А чем? А. Понятно. Это на самом деле прикольно. Давайте скриншотик замучим. Конечно, он такой суровый, да? Такой суровый мужик. Ладно, погнали. Отнесем. А тут же бегать можно, я забыл. Сейчас вообще на изи заработаем бабки. Хотя, по-моему, не везде так платят нормально. Так, 60 килограмм. Окей, вот еще дерево. Ну, тут на самом деле все так легко. Я думаю, будет посложнее. А тут даже бегать можно спокойно. Что она от меня хочет? Ган нужен. Спасибо, у самого есть. У меня есть ган, чувак. Поэтому мне он не нужен. 100 килограмм уже я принес. Вот это я мощный прям тип. Мощный тип. Столько килограмм нашел. Прям мужик. Кстати, скинец прикольный такой. Суровый мужичара такой с бородкой. Прям как я. У меня бородка тоже есть просто. Ну как бородка. Бородище, блядь. Но она не всегда у меня, конечно. Ладно, сейчас небо мне, в принципе. Так. 150 уже килограмм. Неплохо, неплохо. Так, 3 рубля за килограмм. 100 килограмм получается сколько? 3000? Да, 100 килограмм 3000 получается. Окей. Ну, если я так логично... Не, стоп. Хуй его знает на самом деле, блять. Сейчас проверим. Сейчас, если у меня будет 200 килограмм, я должен буду получить... 6000 получается. Или нет. Хрен, короче, знает, сейчас разберемся. Не, ну, 100 на 3. Сейчас посмотрим, короче. Сейчас я уволюсь обратно. Так, 195. Ладно, ну, 5 с чем-то мы должны точно получить. Давайте я сейчас посмотрю, сколько мы получим. Правильно. Блять. Ну давай, шевелись. Я понял, что гринзона. Давай, давай, давай. Хочу посмотреть, сколько. Наверное, я хуёво посчитал. Что с математикой у меня сегодня хуёво. Не валюта. Кани валюта. Поняли, блядь? Кани валюта, нахуй. Ну, на самом деле, блин. Тысячу с чем-то. Мне кажется, проще пойти на грузчика поработать. В порту. И всё. В принципе, то же самое будет. Хотя и то, по-моему, ну, в порту намного больше можно заработать, чем на лесорубах. Ну, все говорят, что типа порт — это самая прибыльная подработка. Что-то работать не знаю, но подработка говорили, что самая прибыльная — это, ну, этот, в порту работать. Хрен знает. Хрен знает. Ну, прикольная работа. Мне именно нравится сама атмосфера работы и как она выполнена, маппинг и так далее. Это мне нравится. Но вот зарплата так себе. Зарплата, конечно, так себе. У нас на Мазинге вообще, наверное, ну, у нас на Мазинге просто я так дохуя играю просто. 530 серий снял уже, как бы, сами понимаете. И там, как бы, ну... Как-то
попроще, ну, попроще, не, не попроще, даже посложнее. Там посложнее, я насчет зарплаты я даже не помню. Но я на лесорубах там, наверное, за все время один раз всего лишь работал, и все. У нас тоже на Мазинге особо никто не работает, как я вижу здесь. Сейчас поеду, то я вообще поеду, уверен, поеду сейчас в порт, там людей дохуя. Ну, а здесь, видите, людей мало. Ну, я чисто хочу поставить работу. Для меня заработок не самый главный, ну... Конечно, бабки тоже нужны, но... Как бы... И так, сойдет. Тем более, сейчас X2 на сервере. Сервера вообще... Два сервера у них же, да, по-моему, да. И они все забиты, по-моему. Ну, прикольно, чё. Забиты, иначе это хорошо. Так, аккуратненько. СМИ работаем. Александр Путин. Санёк. Думаю, хватит нам уже работать, в принципе, я уже все понял для себя. Я... Какая, 255. Ну, блин, ну, маловато как-то платят, на самом деле. Маловато. Хотя... Тут прям... Такого нихера делать не нужно. Но все же. Хотя бы по чуть-чуть больше сделали. Хотя это при X2, прикиньте, без X2, это ж пиздец. Это реально будет полный пиздец. Зарплата вообще там, наверное. Давайте 1500, ну, допустим, 1500 так разделить. 750 рублей будете получать, прикиньте. За 250 килограмм. 750 рублей, ну это ж пиздец, реально. Это при X2, пока X2 я есть, лучше заходите, играйте. В принципе, я то задонил и спокойно себе катаюсь. И мне... Вот этот фургон бы хотел купить, будет прикольненький такой, да. Неплохой. Не знаю, зачем он вообще нужен. Но пусть будет. Бля, рублевка вообще пиздатенькая такая. Надо будет заехать посмотреть. Вот давайте сейчас для интереса съездим в порт, и вы посмотрите, сколько людей работало там, и сколько сейчас работает. Сколько на лесорубах людей, и сколько здесь сейчас будет людей. Ах ты, блядь, что так несет ее? Как тебя подзаносит, малёха. Смотрите, смотрите, сколько людей работает. Вот что значит прибыльная работка. Прибыльная работка. Подводная лодка. Вот парковка даже есть сзади. Надо будет парковаться. Но реально, здесь намного больше людей работают. Прикольно, кстати, пристань. Блин, жалко, поезда вот эти не ездят. Вот такой бы поезд сделали, как, знаете, на Мазинке этот. О. С кабана заходи. Ну, пусть заехать. Ай-яй-яй, трудновато. Сейчас отправлю его, блядь, в Америку, нахуй. Оп. Не, походу, не отправлю. Как-то вывернуть надо руль, чтобы он упал туда. Во. Теперь я заехал. Все четко. Четко. Припарковался, так сказать. Теперь глушим. Бля, только я могу так сделать. Такой бред. Просто смотрите, как, куда я его запоставил. Сейчас увезут его. Далеко-далеко. Ну ладно, в принципе, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Обязательно заходите на Сирайте, ждите новых серий. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night.